Всем привет! Зачастую при покупке новой или замене текущей сим-карты у абонента начинают появляться всплывающие сообщения с рекламой мобильных подписок. Помимо этого, иногда реклама может приходить в смс-сообщениях или появляться при выполнении USSD-запросов, например, проверки баланса. К счастью, от всего этого спама, порой даже вредоносного, можно избавиться. Отключение МТС-сервисов. Чтобы отключить МТС-сервисы, зайдите в приложение меню сим-карты на вашем смартфоне. Выберите МТС-сервисы, затем МТС-инфо. Пролистайте страницу вниз и зайдите в настройки. Выберите пункт меню «Выключить». Через несколько секунд вам придет сообщение с текстом «Рассылка на ваш телефон информационно-развлекательного контента отключена». Чтобы убедиться в том, что вы не подключили какие-либо подписки из-за МТС-сервиса, введите команду «152-22-решетка». Затем выберите пункт 2 «Отписаться от всех». Если у вас есть подписки, отпишитесь. Если их нет, то вам об этом сообщат. Как отключить МТС-новости? У МТС имеется архивная услуга МТС-новости, которая показывает на экране вашего телефона различного рода новости. Это все те же всплывающие окна со спамом. Отключить МТС-новости можно в меню сим-карты или при помощи команды «111-12-12-2решетка». Запрет приема информационных СМС и ММС с сайта МТС. Данная услуга позволяет отказаться от рекламно-информационных сообщений МТС и СМС, ММС сайта, а также от информационных текстов в сервисных сообщениях. При подключении этой услуги действительно важные сообщения, например, об изменениях на вашем тарифе, приходить будут. За их отключение отвечает другая услуга – отказ от получения СМС-сообщений об изменении тарифов, так что волноваться не стоит. Услуга «Запрет приема информационных СМС и ММС сайта МТС» блокирует отправку вам солидного количества спама, в том числе и рекламных текстов при USSD-запросах, например, при проверке баланса. Подключить данную услугу можно в личном кабинете МТС или при помощи команды «111-374-решетка». Я уже подключил себе запрет приема информационных СМС и ММС сайта МТС и вполне доволен. Теперь, например, при запросе баланса я вижу только баланс и кредитный лимит. Никакой лишней рекламы. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.